В областном центре мужчина купил Dodge Grand Caravan. При возвращении из Литвы, куда мужчина периодически ездил по делам, у него возникли проблемы на границе. Машину отправили на сканер. Исследование выявило наличие в автомобиле тайников, о которых водитель даже и не подозревал. Поскольку запрещенных веществ в тайниках не было, мужчину отпустили, а машину занесли в базу. Так как подобного рода проволочки происходили бы каждый раз при пересечении границы, такой привет от старого хозяина расстроил автовладельца, и у него созрел план. Мужчина купил автомобиль-близнец, отличающийся только по цвету. Его американец был зеленым, а новое авто – бордовым. Путем демонтажа владелец поменял кузов у новой машины и самостоятельно придал ему зеленый вид. Имея документы на зеленый Dodge Grand Caravan, только уже без сюрпризов, мужчина выехал в Литву в надежде, что махинации не заметят. Поскольку автомобиль уже был в базе, при повторном исследовании сотрудники таможни выявили нестыковки. Тайники бесследно исчезли. При детальном анализе были найдены бордовые участки кузова. Материалы проверки переданы следователям, дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Кроме того, на скамье подсудимых мужчина ответит еще и за использование поддельных документов.